Рубль продолжает падать. Сегодня доллар продают почти за 70 рублей, а евро стоит больше 75. По словам экспертов, это связано с ценой на нефть. Она упала до минимума с 2009 года и составляет около 40 долларов за баррель. Аналитики отмечают, основная проблема в том, что большинство факторов, которые определяют стоимость рубля, находятся вне зоны влияния России. Поэтому делать прогнозы на будущий год и ближайшее время сложно. Слышны совершенно противоположные мнения. Одни эксперты предполагают курс 100 рублей за доллар, другие, напротив, значительное укрепление национальной валюты. Прогнозы рубль по 50, честно говоря, я тоже не верю. Для этого нужно начаться не просто укрепление цены на нефть, причем там существенно, для 70 долларов за баррель выше, но еще и должен начаться экономический рост в нашей стране. Пока у нас отрицательный ВВП, минус 3,5%, и самые сдержанные прогнозы, то, что в 2016 году мы просто выйдем в ноль. То есть у нас будет не отрицательный прогноз, а нейтральный.